Привет, друзья! Вот и пришел праздник на улицу обладателей PlayStation 4. The Last of Us — обновленная версия. Сегодня мы начинаем ее проходить. А игра, которая в прошлом году собрала просто массу лестных отзывов, множество наград, завоевала сердца миллионов игроков, в том числе и наши с вами. А если вы не смотрели прохождение, то я вам, честно говоря, завидую, если вы даже не знаете, что это за игра. А кто смотрел, надеюсь, им будет интересно посмотреть, что же обновилось на новую графику обновленную и честные 60 кадров, которые выдает Last of Us на PlayStation 4. Ну что, поехали, у нас есть обычная сюжетка, у нас есть Left Behind, по-моему, так называлось, мы тоже проходили, но на PS3. Все мы это дело пройдем, игра занимает, кстати, 45 или с чем-то так вот гигабайт на жестком диске, поэтому готовьтесь, качать придется долго. Поехали. У нас новая игра, как видите, я не запускал еще. Первое будет включение, выберем... Для летсплея, для записи, я думаю, подойдет самый простой режим, чтобы нас часто не убивали, чтобы можно было погрузиться в сюжет. Поехали. Так, насколько я помню, да, выбираем, куда мы хотим сохраниться. Сохранялочка идет. Чудненько. Так, я готов. Старый добрый песочек, да. Который мы видели, я... Смутно, конечно же, помню, что там у нас было в Last of Us, но эпизодично, конечно, моменты все прекрасно вспоминаются. То есть цепочка сюжетная, она прослеживается. А несмотря на то, что некоторые части, к сожалению, пришлось удалить с канала, надеюсь, что в этот раз все будет хорошо. И не будем допускать больше ошибок своих, и все будет нормально, все серии будут залиты. Потому что многие спрашивали, а где вот эта серия была Брейна, а где вот эта, я хотел бы посмотреть... И, как видите, из цепочки вырывает какое-то звено, и получается уже неполноценное восприятие ситуации. Так, ну что, я думаю, что на PS4 игра должна как-то шустрее работать и грузиться. Жалко, что YouTube пока не разрешает нам показывать и записывать 60 кадров, потому что, ребят, честно, 60 кадров — это супер просто, это бомба. Такс. Томми, я... Томми, послушай, он подрядчик. Подрядчик, ясно? Мне нужна эта работа. Понимаю. Ладно, поговорим об этом утром. Поговорим утром. Ага, да, пока. Эй! Подвинься. На работе достали, да? Чего не спишь? Уже поздно. Ой, сколько времени? Тебе давно спать пора. Но еще не полночь. Солнышко, не надо. У меня нет сил пререкаться. Вот. Что это? С днем рождения. У тебя ведь часы сломались. Ну, вот я и решила. Нравится? Нравится? Что? Очень, но... Слушай, они же не идут. Что? Нет. Дочь, откуда у тебя деньги? Дурь. Я приторговывала дурью. Отлично. Поможешь выплатить кредит. Ага, сейчас, мечтай. Спи, котенок. Ну что, ребят, в принципе, сейчас уже должна начаться игра. Да, просыпаемся. Играем за дочь Джоэла. Такс. Алло? Сара, мне нужно поговорить с твоим папой. Дядя Томми, сколько времени? Позови папу, скорей, тут... Так. Дядя Томми? Алло? Соня, бедная, аж репит, аж гудит, знаете, как реактивный двигатель по звуку. Так, ну что, ребят, первое, конечно же, что бросается в глаза,
Это действительно обновленная графика. Выглядит приятно. Показывает честные 60 кадров. Это не только на верлее видно, это действительно чувствуется. Все очень плавно. А тем более геймпад от PS4, он как-то более приятен, что ли, для рук. И действительно очень удобно держать его. И манипулировать персонажами. Так, ну что, рассмотрим тебя поближе. Тебя, видимо, зря разбудили, да? Такое вот состояние не очень приятное. Блин, а классно, вы знаете. А все-таки... Вот юбки. Забыла отдать открытку. Last of Us, я думаю, относится именно к тем играм, которые можно перепроходить, но не часто. А мы прошли на PS3, и через, например, полгодика, где-то так, можно пройти и на PS4, но уже как бы с обновленным вариантом. А милый папочка, посмотрим, тебя вечно нет дома, ты терпеть не можешь мою музыку, ты презираешь все фильмы, которые я люблю, а и все равно ухитряешься быть самым лучшим папой на свете. Как тебе это удается? С днем рождения, папа, с любовью, Сара. Окейушки. Это хорошо. Так, что тут еще есть? Очень кинематографично все стало. А нету вот этих лесенок, знаете, которые были на PS3. А нет такой замыленности, вот этих вот всех невзрачных текстурок и прочего. А тени, я смотрю вот на тени сейчас, очень все красиво, мягко и приятно для глаза. Хорошо, пошли. Будем вспоминать управленница и будем... вспоминать, что нам тут делать. Я не буду спойлерить, несмотря на то, что я игру уже единожды прошел. А будем играть и наслаждаться, как будто первый раз. Потому что те эмоции, которые мы переживали, попробуем посмотреть, как мы переживем их в новом прохождении. Так, всплеск обращений в районной больнице. Число обращений по поводу загадочной инфекции возросло на 300%. Правительство расширяет список опасных пищевых продуктов. Ожидается массовый отзыв поставок. Полиция, обезумевшая женщина, убила мужа и еще 3 человек. Блин, реально стрёмная тема. Папа, куда-то наш пропал, папочка? Я смотрю. Папуля, ты где? Да, проснуться и, конечно, ночью дома никого нет, это, конечно, страшно. Так, что тут у нас? Ты здесь? Что-то нашего папки не видать, я смотрю. Где же ты ходишь? Это рядом. Так. Полюбовались? Что там у нас? Ах ты же мать, моя женщина. Так, ребята, ладно. Охренеть. А, то есть в городе что-то там бомбануло? Так, ладно. А, можно бегать? Я так понимаю, что на данном этапе пока бегать мы не можем. Давайте поищем на первом этаже, может, там что-нибудь найдем. Папа! Тихо, хорошая моя, все будет нормально. Сейчас мы найдем твоего что папу. Что происходит? А происходит, дорогая моя, эпидемия. Смотрите, что происходит. Очень жаль, ребят. YouTube обещает добавить 60 кадров. Если добавит в момент прохождения, если мы еще не пройдем, я обязательно вам покажу серии. Потому что вы этого не видите, к сожалению. YouTube жмет до 30, ровно в половину обрезает кадры, которые тут есть. Его телефон. Понятно. Так. Потому что очень все плавно, очень красиво. Как по маслу. 8 звонков. Так, дядя Томми. Угу. Позвони мне. А дядя Томми? Иду. Ушел, а телефон забыл. Но это совсем, по-моему, ненормально. Ладно. Что у нас тут? Сегодня я вернусь поздно. Не забудь заказать еду. Увидимся утром, папа. Где он? Действительно, где он? Позвонить мы ему не можем, телефон он не взял. Мало того, что мы беспокоимся, а так еще и дядя Томми тоже. Так, ладно. Можно зайти сюда? Можно. О, а вот и папа. Твою мать. Где ж ты пропадал-то? Ты цела? Да. Никто не приходил? Нет, а кто мог прийти? Не подходи к дверям. Стой, где стоишь. Папа, ты меня пугаешь. Что случилось? Это куперсы. С ними что-то не так. Они больные. Чем больные? Твою мать. Боже. Джейми! Папа! О, господи. Скорей. Джейми. Это же...
Ты слышишь, что я тебе говорил? Не смей! Стреляй, мать твою! Фух, вроде как успел. Так, ребят, у нас тут всеобщая паника, поэтому придется, видимо, быстро собираться и валить из дома. Сара. А мы только утром. Послушай, тут творится что-то страшное. Надо отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Да. Томми, давай скорее. Да. Так. Где тебя носило? Ты можешь объяснить, что тут происходит? У меня есть идея. Охренеть. Залезай. Ты же весь в крови. Она не моя, мы просто уезжаем. Говорят, половина города с ума посходила. Может, уже поедем? Так, а мне говорят, что я могу приближать. Давайте камеру приблизим, посмотрим. Эй, Сара, ты как, солнышко? Хорошо. Не включишь радио? Само собой. Спасибо. Обалдеть. Без связи, без радио. Да, офигенно. Еще минуту назад были. Такое впечатление, ребят, что реально первый раз сели. Такие же эмоции. Сказали, а мурашки по телу. Армия перекрывает шоссе. Вокруг Трэвис нет въезда. Надо валить отсюда. 71. Ну, я так и собираюсь. А сколько умерло? Думаю, много. Нашли одну семью, их растерзали прямо в доме. Да. Прости. Обалдеть. Так, ну, попытаемся, конечно, выбраться. Получится или нет, будем смотреть. Так. Но не только наш город. Сначала сказали только на юге. Теперь уже и восточное побережье, и западное. Просто... Озвучка, кстати, локализация просто бесподобная. Наверное, одна из лучших вообще, которая в играх была. Уверен, что да. Так. А мы больны? Нет. Конечно, нет. Ты уверен? Говорят, это что-то со здешними. Мы в порядке. Разве Джимми не здешний? Да, и он тоже. Просто знаю, и все. Ладно. Давай остановимся. Ты что это делаешь? Езжай давай. С ними ребенок, Джоэл. С нами тоже. Здесь хватит места. Эй! Не смей тормозить, Томми. Стойте! Если бы ты видел, что видел я... Еще найдется кому помочь. Мы могли помочь. Ну что, ребят, въезжаем в город потихонечку. Охренеть. Действительно, несмотря на то, что мы ее проходили, но впечатления, эмоции, как первый раз. Можно просто сдать назад и... Эй, чего стоим? Поехали! Томми! Твою мать! Так, валим, валим, валим. Что это за хрень была, мать твою? Охренеть, друзья, просто нет слов. Нет, 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 нет. Ну, ребята, в дороге. Откуда они бегут? Выбирайся отсюда. Я пытаюсь. О, нет. Не останавливайся, Томми! Не могу же я их задавить! Делай что-нибудь! Кстати, тоже люди! Туда! Вот туда! Держитесь! Давай! Ай! Что это было? Фу, ребята, да, час от часу не легче. Папа? Ну, в принципе, что-то подобного стоило ожидать, я думаю. Так. А, я думаю, что все живы. Отойди. Я в порядке. Ссадины, царапины. Так, вылазим. Давай, давай, родной, давай. Меня, конечно, пугает тот факт, что геймпад все-таки шумноват. Кнопки нажимаются, это прекрасно слышно. То есть беззвучно играть, например, как на том же PS3 или на Xbox не получится. Многие признают, что кнопочки реально на PS4, вот этом DualShock'е, они шумноваты, в принципе, как и все остальное. Дай мне руку. Что такое? Нога болит. Сильно? Сильно. Придется убегать. Нет, мать. Томми, прикрой нас. Давай, детка. Держись крепче. Так, валим. Обалдеть. Куда теперь? Папа, мне страшно. Осторожно, чувак!
глаза, Сара! Так, лучше, я думаю, не засматриваться на подобные вещи, а сразу валить! Охренеть! Какого черта? Какой ужас, друзья мои хорошие, а? Сара, не смотри! Так. Почему они это делают? Так, тихо, люди разбежались, мне тоже надо бежать, как бы. А, я думаю, что мы дядю Томми найдем, потому что... А, вон бежит, да? Да-да-да-да-да, аккуратно. Мать честная. Так, их слишком много, надо найти какой-то вариант. Куда? Сюда, в переулок, пошли. Пошли, пошли. Какой переулок? Какой переулок? А, в этот. Окей, ушки, погнали. Такс. Фух, ну, надеюсь, что временное укрытие, в принципе, мы с вами найдем. Он пошел. Молодец. Как он внезапно вылез. Знаете, как скример в инди-игрушках примерно так же вылазит. Все, движемся дальше. Почти пришли, малыш. Отвались! Иди вперед! Найди выход! Так. Пошли! Пытаемся, пытаемся, ребят, пытаемся изо всех сил. Не так-то просто. Давай, давай, заходи. Конечно, не хотелось бы оставлять дядю Томми. Что? Беги, спасай Сару! Я догоню! Дядя Томми! Ждем тебя там! Живо! Блядь. Так, ладно. Я попытаюсь, конечно, но надеюсь, что что-то да получится. Почти пришли. Так, вон там мост. А, ну мы там вряд ли проедем. Смотрите, все автомобили стоят, поэтому не вариант вообще, что там происходит. Папа? По-моему, за нами бегут, ребят. Господи. Так, тихо. Я и по крикам, и по тени вижу, что сзади кто-то очень яро пытается до нас добраться. Не бойся, мы пришли. Пришли. Эй! Нам нужна Стой! Помощь. Моя дочь сломала ногу. Не с места! Ладно. Слушайте, мы не больны. На внешнем периметре двое гражданских. Указание? Папа, как же дядя Томми? Отнесу тебя и вернусь за ним, хорошо? Сэр, но тут ребенок. Но... Есть, сэр. Да послушайте, мы еле дошли. Мы просто... Черт. Не надо. Сара. Сара. Так, убери руки. Ничего, ничего. Боже. Потерпи, милая, потерпи. Все будет хорошо. Посмотри на меня. Так, иди-ка сюда. Потерпи, потерпи. Держись, милая, держись. Я знаю, детка, я знаю. Сара. Дочка. Не бросай меня. Пожалуйста, не бросай меня. Сара. Я... Господи, Господи, прошу тебя, не убирай, прошу тебя, не бросай меня, дочка, Господи. Фу. Второй раз смотрю, и реально просто наворачиваются слезы. Это невозможно. Чрезвычайное положение, на улицах лежали сотни и сотни тел. Паника среди населения вызвана данными Всемирной организации здравоохранения о неудачном испытании вакцины. Бюрократы лишились власти, и теперь мы сумеем защитить. С сегодняшнего дня в Лос-Анджелесе также введено военное положение. Все граждане должны прибыть в указанные им карантинные зоны. Голодные бунты, связанные с нехваткой продовольствия, продолжаются... Так, давайте пропустим это дело. Я думаю, там ничего интересного нам не расскажут, и непосредственно приступим уже к игровому процессу. Я думаю, титры можно в конце уже посмотреть, и там заключительное слово свое сказать... Так, ну что, ребят, давайте смотреть, что же тут у нас поменялось. Будем, как говорится... Рейдовый пост открыт. До комендантского часа мало времени. Надо спешить.
Джилл, конечно, постарел изрядно. То есть смерть дочери явно не пошла это все на пользу. Все, весь этот стресс. А очень, видите, как сказалось. То есть болезненно выглядит, можно сказать. Так, что у нас тут интересного? Что бы могло привлечь наше внимание? Пока что ничего хорошего. Да ладно, правда? Так. Мы с утра принесли повестку. Отправляют на общественные работы за кордон. Что за бред? В патрулях должны быть солдаты. Непременно им об этом скажу. Да уж. Так. Посмотрим, конечно, куда нас это приведет. Но сейчас я смотрю, это полная задница. Смотри, а паёк-то до сих пор не раздают. Видать, снова нехватка. Так, вроде бы включали субтитры, но я смотрю, что пока ничего такого интересного. То ли не говорят, то ли не хотят озвучивать. Здрасте, что у вас тут? Оу, родная. Эх, какие же все тут зазлобленные-то, а? Ладно. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Так. Что происходит, ребята? Быстро! Ну, сканируй. Ты не к себе! Тихо. Тихо, не дерзи. Я просто хочу посмотреть. Так, видите, они их сканируют, видимо, на момент инфекции. А если у кого-то окажется, то того человека придется просто убить. А здесь живой. Охренеть. Придержите ее. Быстро. Так, ей что-то кольнули. Давайте понаблюдаем за процессом. Ладно, держим. Так, я, честно говоря, думал, что как-то будет... Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Твою мать, ладно, ладно, ребята, давайте сваливать лучше отсюда. А нас уже активно ждут? Все, побежали. Это да. Значит, больше людей бежит отсюда. Такс. Надо сваливать отсюда. Эй, Антошка 229 хочет добавиться в друзья. Прости, Антошка, сегодня у нас время одних из нас. Ласюфась, поехали. Так, чекпоинт, хорошо. Ну, думаю, если документы прокатят, то мы без проблем отсюда свалим. Давай. Документы. Держи. Пожалуйста. Куда идете? Выходной. В гости идем. Ладно, проходите. Спасибо. Ай, твою мать! Так, ребята. Цикады! Его можно было услышать, да? Ну, я думаю, ребят, надо валить. Для быстрого разворота нажмите... Все, погнали. Чтобы перейти на бег, удерживайте L1. Хорошо. Надо напомнить, я управление уже смутно помню. Внимание! Пятый контрольно-пропускной пункт закрыт. Всем гражданам немедленно покинуть его окрестности. Погнали. Фу. Мать, вот тебе и легкий путь. Останови уже кровь. Так, значит, аптечка. Перевязывайте свои раны с помощью аптечки. Перевязка требует времени, поэтому используйте аптечку в безопасном месте. А выберите аптечку с помощью крестовинки вверх и для лечения удерживайте R2. А крестовинка вверх и R2. Так, и накладываем себе повязочку. Теперь все пропускные пункты закроют. Так. Нужно обойти снаружи. Блин, как же классно все-таки. Ну, или можем отпустить Роберта. Смешно. Я думаю, многим хотелось бы, конечно, иметь такой прибор, да, как у людей в черном. А чтобы можно было стирать себе память. Я была там. Как там восточный тоннель? И проходить любимые игры еще раз, еще раз, и испытывать эмоции, как в первый раз. В гости к Роберту. Вы тоже? А кто еще его ищет? Марлин. Она пыталась его найти. Марлин? А зачем цикадам Роберт? Она мне не докладывала. А что ты ей сказал? Правду? Я не знаю, где он. Молодец. Не высовывайся, ладно? Увидимся. Ага, до встречи. Такс. Марлин ищет Роберта? С чего вдруг?
Не нравится мне это. Надо найти его раньше цикад. Ну, ребят, надеюсь, что все будет нормально. Я у нас такой оптимист по жизни, но знаете, в играх бывает всякое, поэтому готовьтесь. А игра реально очень интересная. Привет, как дела? И эмоции, которые мы будем тут испытывать, это просто космос. Все тихо. Ни солдат, ни зараженных. Вот это мне нравится. Так. Такой тайный проход. Сможете тебе помочь, красавица? Давайте помогу, пожалуйста. Вот. Оно, конечно, как бы палится, да? То есть прекрасно видно, что там есть отверстие. А что там облупилась краска или что там... Что там просто дырище. Подожди, я сейчас, конечно, пойду, но мне хотелось бы осмотреться. Так, тележка с супермаркета. А, вот это, по-моему, можно взять. Нет, карты, я вижу, у них тут есть. Потом, притом сделанные вручную. И что-то типа развлекательного центра. Я видел там шахматы и, по-моему, мини-казиношка такая, да? То есть ребята конкретно развлекались. Мы упали в какую-то задницу. Ну и вот. А можно фонарик включить? По-моему, фонарик был у нас на L3. А, но в данном случае пока мы таким счастьем не располагаем. А, печалька. Блин, как же классно. Пока что первую серию, я думаю, вторую и последующие можно даже немножко пофапать на графику, потому что акцент сделан именно вот на этой такой интересной функции. Даже не то, что функция, а таком обновлении. Так, преграда, это мы знаем. А еще интересный момент касательно функции, раз мы уже заговорили, то по нажатию, по-моему, на L3 нет, не работает пока. А, была доступна функция типа фотокамеры, фотосъемки, то есть можно было любой момент в игре остановить, она включается в настройках, покрутить, добавить рамочку, затемнение, фильтр и прочее. Не промахивайся. Так, мы взяли все необходимое, по-моему, там был противогаз, фонарик и другие различные ништяки. Вот. Для перезарядки оружия нажимается R2. Давай. Вот, готово. Ну, ковбой, подсади меня. Сейчас, подожди. Вот. А когда мы включаем фонарик, звук издается, вот этот щелчок издается именно с динамика на геймпаде. Вот такие вот пироги. Чё-то как у тебя дела? Все нормально? С нами. Сейчас пойдем. Не подсадишь? Подсажу, конечно. Подсажу и засажу. Давай, поднимайся. Готов? Да, мэм. Так. А кто бы помог мне забраться? Руку. Помоги, пожалуйста. Дружеская рука помощи. Вот. Сильная бабёна, я вам скажу. Такс. Хорошо. Погнали. Фонарик, насколько я помню, в игре вроде не садится. То есть можно не париться насчет батареек. А иногда, я помню, на третьей PS3, когда мы играли, надо было взболтнуть геймпад, типа, там, батарейки, там, плохой контакт и такого рода. Ну, ясное дело. И все потом работало как часы. Так, нет, нет, Джилл, пока не надо залазить. Давай-ка ты встанешь. Вот, и мы с тобой осмотримся, может, что-нибудь найдем. Здесь лут часто встречается, поэтому удивляться нечему. Так, пистолет. Ничего полезного. Обычно разбросаны некоторые вещи, которые потом можно крафтить, потому что в игре предусмотрен элемент крафта. Бегать я пока не могу. Ладно. Так, выходим на свет божий. Давно я здесь не был. Мы как на свидании. Ой, красота-то какая. Да, хоть и постапокалипсис, да, но все равно красиво. Тем более посмотреть, да, а сейчас уже на обновленную версию. Такс. Ну что, ребят, побежали. Вот сейчас я могу полноценно уже бегать. В принципе, даже не отставать от нашей прекрасной леди. Так, тут ничего. А там тоже ничего интересного. Кирпичики. Ох, мы еще наоткладываем здесь кирпичей в будущем. Я представляю, как это будет круто. Экс. Вижу вот эту вот колючую проволоку. Знаете, сразу хочется позвать Фредди из Valiant Hearts, и чтобы он это дело все перекусил. Что там такое? Побежали. Чё там ишь-то, как говорится? Эй, посмотри вон там. Где, в машине? Да, точно. Там может быть что-то полезное. Так, мы нашли с вами лестницу. Теперь, в принципе, можно где-то прислонить это дело и забраться. Доступно обучение. Для просмотра нажмите кнопку, это, по-моему, Options.
да? Давайте нажмем, посмотрим. Вот, фоторежим, смотрите, он у нас выключен. А сейчас я его включу. Можно, да, вот. Я включил, нажимаем L3, и вот камера останавливается. То есть я могу крутить, поворачивать, выбирать любой ракурс, который мне нравится. А я также могу менять угол обзора, резкость, цветовой фильтр. Все это делается кнопками L1 и R1. Видите, можно так размазанное сделать, на хромку выбрать и различные эффекты. Рамку. Вот такая вот рамочка есть. Виньетка. Тоже можно... Зерно, яркость, камера. Ну и, в принципе, вот такие вот интересные моменты. Давайте закроем это дело. Можно сохранять. И делать, например, себе превьюшки на канал, если вы эту игру проходите. Так, нам сюда. Давай. Поехали. Дамы вперед. Только после вас. Дамы? Это я, что ли, дама? Ну, вроде того. Сюда. Такс. И опять же, я смотрю, ничего полезного нет. А обычно предметы разные можно подбирать. А тут что-то у нас... Вот ящики, наконец-то. Любимое занятие. Так, что тут у нас? О, ништяки, забирай. Все это надо забрать. А собирайте детали для улучшения оружия. Да, в игре есть верстаки, на которых можно модернизировать свои пуколки, которые мы тут найдем. Или делать какие-нибудь смертоносные бомбы и прочее. Так, значок цикад. Так, медальон. А для просмотра нажмите... Что это нажать? Ага, вот оно что. То есть нажимаем на сенсорную панель. Давайте приблизим, посмотрим. Вот такой вот медальон. В принципе, можно прочитать. Носят бойцы цикад. Хорошо. И такого добра, в принципе, в игре разбросано очень много. Теперь вниз. Побежали. Думаешь, ушки еще у Роберта? Надеюсь, ради его же блага. Если вернем товар, сбыть его будет несложно. Стой, споры. Такс. Да, надо одеть противогаз, чтобы не заразиться. Ой, как же тут стрёмно. Все нормально, движемся дальше. Да. Такс. Чтобы что? Будь начеку. А, присесть. Да, есть такое дело. А, можно пролезть вот здесь. Давайте посмотрим, что тут у нас. Это прачечная, кто не понял еще. А, трудно, конечно, среди этих спор заметить. В принципе, что это за помещение. Но, тем не менее, ребят, продвигаемся. Что это такое? А вот и виновник. Да уж, твою мать. Круг свежий. Какая гадость. Может быть опасно. Какой же ты гадкий, братюня, а? Смотрите, он тупо покрылся грибами. Ями. Мы не пользуемся грибами. Так, что тут у нас? Ничего интересного. Здесь должны пролезть. Готово. Да. А я надеюсь, что этот шум не привлечет внимания нежданных гостей, потому что потом придется отбиваться очень долго и муторно. Смотри. Помогите. Так, братишка, прости, но помочь я тебе ничем не могу. Так, патрон забирай. Так нужно было сделать. Пошли. Что я задумал? Я облегчил его страдания. Ну, в принципе, понятно было, что он превратится. А и станет вот такой вот ходячей хренью. А нам, ребята, это, естественно, тут не нужно. Ну и чтобы не мучился, мы его отправили быстро на тот свет. Так, ништяки, я жду вас. Что-то пока ничего интересного нам тут особо не попадается. Что тут у нас? Тихо. По-моему, кто-то кряхтит, нет? Ах, чтобы Джоэл прислушался, нажмите, удерживайте R1. Хорошо, давай. Так. Вот оно как работает, видите, мы реагируем на звук. Понимаем, кто где находится. Подкравшись к зараженному, нажмите треугольник, чтобы взять его в захват. Давай, возьмем тебя в захват. Давай. Тихо. Молчать, мать твою. Баю-баюшки-баю. Все ложатся на краю. Все. С этим расправились. А, с ребятами нужно быть очень аккуратными, потому что...
Некоторые из них уже, знаете, находятся на стадии, когда они вот-вот превратятся. Некоторые еще люди. Поэтому, мне кажется, лучше будет просто пройти мимо, не привлекая внимания и не ввязываясь, например, в драку эту, да? Так, они очень заняты поглощением своего товарища, да, уничтожением его. А мы с вами проследуем аккуратненько вперед. Поднимайся. А здесь уже свежий воздух, в принципе, можно особо не переживать. Скоро с ними, чтобы атаковать, нажмите квадратик. Хорошо. Ну, в ближнем бою пока не будем это делать. Так, ничего нет. Ой, ой, твою мать, я упал, это плохо. Так, давайте быстренько поднимемся, потому что я смотрю, что... Что происходит? Ты что делаешь, мать твоя? Воу-воу-воу-воу-воу! Ни хрена себе! А, все-таки привлекли их внимание, да? Печалька. Как она его мудохает-то в ближнем бою, а? Да покажи уже, кто тут папочка. Вот, готово. Порубили нахер ее. Я надеюсь, что дура больше не встанет, и все. Хорошо. Надеюсь. Я тоже надеюсь. Так, все, больше не падаем. Возвращаемся в город. Возвращаемся. Фух. Так. Да, приятно. Приятно снять противогаз и подышать свежим воздухом. Так, поднимайся. Потому что город воняет. А так закажи Билу освежители воздуха. Сам знаешь, они у него просроченные. Так, ну что, ребят, я думаю, сейчас мы дойдем куда нужно, и там можно будет закончить серию. Первая такая ознакомительная. А вспоминаем, как тут что делать. Так, она пробралась, да? Хорошо, мы тоже сейчас пройдем. Но я хочу посмотреть, вдруг в багажнике что-то завалялось. Ничего полезного для Брейна тут не оставили. Ладно, побежали. Знакомимся, вспоминаем, как что делать. И смотрим на обновленную версию для PS4. Так, подожди меня, мадама. Сейчас, момент аморы. Тут есть что? Есть что? Но я смотрю, ничего полезного нам пока на этом этапе не дают. Чтобы залезть на преграду, отклонить и нажмите P. Хорошо. Да, будем искать, наверное, доску, которая упала уже в следующий раз. Это The Last of Us. Обновленная версия, друзья. Сейчас. Будем пытаться это дело проходить. Те, кто не смотрел, реально вам завидую. Смотрите, это очень интересная игра, очень необычная и захватывающая. Ну, а те, кто смотрел, может, в принципе, еще раз пересмотреть для того, чтобы освежить свою память. С вами был Брейн, всего хорошего, не забывайте подписываться. Пока-пока.